Полевском водитель хэтчбека Hyundai получил тяжелые травмы в столкновении с грузовиком. Авария произошла накануне в 10 часов вечера на перекрестке улиц Коммунистической и Совхозной напротив торгового центра «Палермо» в микрорайоне «Зеленый Бор-1». По свидетельству очевидцев, водитель тяжелого самосвала «Шакман», совершая левый поворот с Коммунистической на Совхозную, не предоставил преимущества легковому автомобилю Hyundai i20, двигавшемуся в прямом направлении. При этом скорость корейского хэтчбека, вероятно, превышала разрешенную. Вот он тормозил, видишь? Да, да, да. Блин, так дай дорогу, дурак. Один хоть был, пассажиров нет. Официального сообщения об этой аварии так и не появилось, но по свидетельству очевидцев, оказавших первую помощь водителю легковушки, мужчина мог сесть за руль нетрезвым. Во всяком случае, от него пахло спиртным. Также он, видимо, не пользовался ремнями безопасности. К моменту прибытия скорой помощи пострадавший несколько раз терял сознание и вновь приходил в себя. Судя по всему, травмы, полученные им, оказались весьма существенными.